Рожденный в СССР, гордость Могилевского лифтового завода, любезно распахивал свои двери для полевчан до февраля 2021 года. Сейчас же пришло время уступить свое место современному собрату. В ближайшее время в нашем городе будет произведена рокировка лифтов в количестве 35 штук. Оборудование уже завезли на территорию округа. Завезены сюда монтажные бригады в количестве 64 человек. Люди распределены. Жители города Полевского с выходного дня проинформированы о проведении капитального ремонта. В каждом из подъездов вывешены рекламные билборды с объявлениями, с какого дня начнется демонтаж лифтов и работа вообще. Замена лифта остается одной из самых дорогостоящих услуг при ремонте многоэтажек. Новый лифт и монтаж механизма стоят без малого около 2 миллиона рублей. Собрать эту сумму самостоятельно жильцам подъезда не под силам. На помощь приходит программа капремонта многоквартирных домов. И все бы хорошо, но есть одно но. Когда кто-то меняет, их долго меняет. Неудобства, да, есть? Ну, то, что подниматься пешком, а так-то... Очень тяжело, особенно когда 700 лет, это вообще тяжело. Да и написали, что 2 месяца, это, конечно, очень долго монтаж вести. Побыстрее бы желательно. Лифтомонтажные организации предупреждают, что жильцам придется набраться терпения для того, чтобы заменить новую кабину на старую, подготовить все механизмы, им необходимо от 45 до 50 дней. Да, тяжело каждый день, 2 месяца подряд подниматься на 9-й этаж пешком. Ну что делать, это необходимость. Ведь чем точнее настроят механизм, тем дольше проработает лифт. А срок его эксплуатации ни много ни мало 1/4 века. Это дом номер 4 в Зеленом Бару. Бригада монтажников трудится здесь уже 2 недели. За это время удалось произвести демонтаж. Приступают к установке дверей на этажах. В каждом подъезде, на каждом этаже все это новое будет стоять. Полностью новое. Шахты, все, двери, кабины. Абсолютно все новое оборудование. Подрядчики обещают, что все 35 подъемных механизмов установят в Полевском до конца марта. Еще 2 недели потребуется на испытание и урегулирование юридических вопросов. 100% замена лифта вместе с направляющими, то есть вырезается шахта полностью до голого тюбинга и устанавливаются все детали нового лифта, устанавливается по площадкам железное обрамление примыкания к стенам. Устанавливаются новые пороги, в машинном помещении устанавливаются новые шкафы электроники, старое все удаляется, полностью вырезается и делается ремонт в машинном помещении. То есть это выравнивание стен, выравнивание пола и окраска. И подрядчики, и управляющая компания просят не просто с пониманием отнестись к временным трудностям, связанных с установкой лифта, но и в последующем бережно относиться к новому дорогостоящему оборудованию МКД. Подрядчик, конечно же, заверяет, что новые кабины лифта антивандальны, сконструированы из металлических щитов и окрашены краской, которая не горит, а любителям настенной живописи больше не разгуляться. Все надписи можно будет легко смыть обычной водой. Ксения Волденкова, Константин Миронов, новости 11 канала.